Боец Ислам Махачев вошел в топ-5 рейтинга легковеса в UFC. Другий спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова в обновленном рейтинге лиги поднялся на 4 позиции. Напомним, что в минувшие выходные в главном поединке вечера в Лас-Вегасе Махачев одержал 8-ю победу подряд. В 4-м раунде он удушающим приемом одолел бразильца Тиаго Мозеса. Теперь дагестанский боец опережает в рейтинге не только Дэна Хукера, но и таких звезд, как Тони Фергюсон, Рафаэль Дон Аньяс и Конор Макгрегор.